Привет, ребята и девчата. Сегодня у нас ванс 49 размер. Палец начал рваться наружу. Надо спасти эту пару. Как это сделать? Многих ванцев, а на некоторых моделях, точнее, идут замшевые носки, замшевые пятки. Взяли искусственную замшу на тканевой основе. Взяли скотч. При помощи скотча отрисовали, сделали лекало. Затем это лекало перенесли на саму замшу. Вырезаем носок, который затем мы будем сюда вклеивать. Делаем небольшой отступ под загибку, чтобы прошить белые нити, чтобы выглядело как завод. Все, погнали. Загнули, наклеили скотч, чтобы ни в коем случае клей не попал на лицевую. И затем в два слоя наносим дисмокол. Деталь пришиваться не будет, деталь будет приклеиваться. Теперь наносим второй слой на носок. Теперь задача: клей высох, необходимо его четко наклеить. Начинаем с этой зоны, выставляем эти две точки, затем носовая часть. Пока мы клей не греем, не активируем его, потому что будет очень неудобно приклеивать. Просто примерим. Вот, надо подтянуть. Немного растягиваем, примеряем. Вот теперь нормально. Так, слегка прогрели уголки, зафиксировали. Проверяем, что везде у нас деталь доходит. И потихоньку прогреваем и укладываем. Все, смотрите, как круто получилось. Теперь полностью прогреваем. После того, как прогрели, необходимо по всей площади как следует промять. Я забил носок бумагой, чтобы была максимально плотная носовая часть. Если у вас есть колодки подходящего размера, лучше использовать их. Либо формодержателя. Теперь просто пройдемся по краю
придавим нашу деталь. Друзья, что у нас вышло? Выглядит вполне по-заводскому. Думаю, клиент будет счастлив. Пробуйте, экспериментируйте. Если возникают вопросы, задавайте. С радостью поделюсь опытом. Всем пока. Не забываем подписываться.